В Караганде скандалят дачники. Под их участками собираются добывать уголь. Садоводы уверены, во время работ фундаменты домов разрушатся и жилье покроется трещинами. Под землей хранится порядка миллиона тонн угля. Рабочие обещают сделать все быстро и безболезненно, но люди в этом не уверены. О том, что под этими дачами скрыто порядка миллиона тонн угля, было известно давно. Но новость о начале добычи переполошила садоводов. Получив уведомление, активисты отправились жалобами во все инстанции. Мы боимся, что исчезнет вода. У нас на территории нашего дачного общества три скважины, 180 метров каждая. Мы питаемся, у нас она это питьевая вода, поэтому если они начнут подработку, вода у нас исчезнет. Это вредительство, это просто и все. Им надо вот уголь, а мы что должны делать? Подземный участок, богатый ископаемыми, относится к шахте Кузембаева, принадлежащей компании ArcelorMittal Темиртау. При этом на поверхности владельцами являются дачники. Собравшиеся сегодня сели за стол переговоров, и садоводов пообещали не оставить в беде. Оставьте наше общество в покое, оставьте нашу воду в покое. И все, и мы будем все жить дружно и мирно. Но потом я задала вопрос товарищам, куда девается та вода, которую вы из шахты качаете? Они говорят, мы ее отдаем. А почему ее нам не отдать? Вот мы вроде как начали дружить на эту тему. В планах самой компании все очень даже радужно. Там заверяют, просадка будет практически незначительной, а работы продлятся всего год. Специалисты также напомнили землякам, что центральные улицы Караганды благополучно прошли все это без потерь. Значит, это горный отвод шахты. Контракт заключен в 96-м году. Полностью на недропользу на 30 лет. На глубине 400 метров нарезано поле добычное. Порядка 800 тысяч угля. Пласка 13. Вынимаем мощность 2,8 метра. Значит, ожидается максимальная просадка на поверхности. Но это где-то через 11 месяцев после начала работы лавы. Где-то максимальная точка это 97 сантиметров просадка. В компании также заявляют, все делают по закону. Но чтобы успокоить собравшихся, предложили сфотографировать и замерить каждый участок и следить за изменениями. Айгерим Бухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Караганда.